сколько он после съемок уезжает. Nur wird uns das Minerolio Kubelik mit Minerolio mit der Fische auch ein Video. Auern, sind wir mehr Minerolio Kubel, ich finde es nicht von dir. Mit mir vorher aus, niemand die Kopf wird mal ein Kreis Keres, nie echt, die Kubelik Keres parallel. Уважаемые депутаты, уважаемые члены городского правления, другие присутствующие, открываем первое заседание вновь избранного городского собрания. Я буду говорить на двух языках параллельно. Мы думаем, он регистрирует исполнительным пальцем для октября, так как Совет поставил крик силам Алиновой Кубрика, а сам Кубрика, крик вас по тот, что это он имеет для Авалик, что тут мы имеем. Kõik valmistumistähtajad on läbi, nii et 29. oktoobrist hakkas ju kehtima teie volikogu liikme volitust. Vaatas muuvatse pead. Naši komisjoni põli zaregistrirunud see deputati Gradskogu sabranje, takže zmišajši členi Gradskogu sabranje. Na danu moment все соки обжалованы истекли, поэтому с 29 октября начали действовать ваши депутатские полномочия. Meil on muutunud heas positsioonis, teeme juba, oleme juba paar korda seda teinud, et kirjutame alla Sillamäe linnavolikogu liikme vandele. Annan sõna proovale Paasmäele ja proovale Valentina Zakharenkole vande ettelugimiseks. У нас стало хорошей традицией, мы это уже делали 4 года назад, зачитывать клятву депутата городского собрания. Я прошу за честь клятвы городского собрания депутата городского собрания госпожу Эви Пасме и госпожу Валентину Захаренко. Ja Sillamäe linnavolikogu liikmena tõotan täita ausalt ja kohusetundlikult endale võetud ja minule pandavaid kohustusi, ühendades oma jõud ja teadmised linna arenguks ning meie elanike heaolu Eesti hoolitsemiseks. Tõotan, et suurus, sõprus või isiklikud huvid ei ole ülimad linna huvides. Tõotan, pidada antud vannet jäägides volikogu liikmed, Как гражданин Эстонской Республики и член Силамейского городского собрания, клянусь честно и добросовестно исполнять все обязанности депутата, приложить свои силы и знания на благо развития города и благополучия его жителей. Клянусь, что никакие родственные, дружеские или личные интересы не будут для меня выше интересов города. Клянусь поступать согласно общепринятым нормам морали и правилам депутатской этики. Lugupeetud linnavolikogu liikmed, need, kes soovivad ühineda selle vandega, palun pange oma allkirja. Уважаемые члены городского собрания, те, кто желают присоединиться этой клятвой, пожалуйста, также подпишитесь. Это дело добровольно. Продолжение следует...
Значит, на сегодняшнем заседании, на первом заседании городского собрания, может быть только три вопроса. Это предусмотрено законом. Никаких других вопросов быть не может. Только три вопроса. Поэтому за повестку дня голосовать сегодня не надо. И эти вопросы следующие. Первый вопрос избираем председателя городского собрания. Это, исходя из закона, делает наша комиссия, городская избирательная комиссия. И дальше уже руководим заседанием председателя городского собрания. Следующий вопрос, второй вопрос. Выборы заместителя председателя городского собрания. И третий вопрос. Заслушивание заявления о сложении полномочий городским управлением. Пан Захилан Петко Панагут, Силана Алина Волипову, Эхимене Коваля. Делайте, пожалуйста, свое предложение на должность председателя городского собрания. Teen ettepaneku Eesti Keskerakonna nimekirjas Sillamäe linnavolikogu valitud saadikute nimel valida Sillamäe linnavolikogu esimeheks proua Jelena Kožunova. Osaliselt tuletav, nõgi ja kolleegi, aga nimeni siskasemiseks parti, aga tuli panna selle või niisugane kaksustavani naši deputatav ja сделано предложение выбирать на пост председателя городского собрания, которого Елена Кожунова. Спасибо. Да. Да. Это пан Афанасьев, кто тут предложение представлено. Посмотрели, это пан Афанасьев. Слово Елена Кожунова, который занялся кандидатом более кого есть меня повода. Елена Кожунова, согласна. Пан Харит, мы сюда за этот вопрос мы должны голосовать. Харитана, неактивность Владимира. Значит, мы должны голосовать сейчас за то, что мы закрываем список кандидатов на должность председателя городского собрания. Кто за? Происходит отпечатание, я объясню просто, как у нас проходит голосование. Прошло всего лишь 10 дней после выборов. Процедура практически точно такая же, все еще помнят. Подходим, получаем бюллетень, расписываемся и вписываем не так, как было
вот так вот себя номер кандидата, а имя и фамилию кандидата. Ja hääletamiseks on siis avatud 213. Kabinet, et oleks tagatud hääletamise salastus. Aga te võite ka siin. Мы же голосовали, мы же принципе еще могут, я уже сказал, что получаете бюллетени, расписываетесь и выходите голосовать. Голосовать можно в каком кабинете у нас? 213 кабинете. Можно здесь проголосовать. Ну, пишем туда, ручки если нету с собой, то заставляю ручку. Есть ручка у всех или нету? Тогда найдем ручки. Нет, мы организованы. Вы можете проходить на кабинет. Для этого сделаем перерыв. Вы просто забыли, как все было 4 года назад. Мы сделаем перерыв 5 минут, каждый заполняет свой бюллетень и приходит, пускает свой бюллетень в избирательный ящик. Объясню на всякий случай, какой бюллетень будет признан недействительным. Недействительным будет признан бюллетень, который будет написан неразборчивым почерком имя вашего кандидата. Потом, соответственно, не будет ничего не написано, все эти бюллетени будут признаны недействительными. Если будет всем одинаково понятно, за кого этот голос отдан, то бюллетень будет признан действительным. Обязательно по-эстонски писать? Не обязательно. Желательно. В излиянии должно быть, если вы напишете имя вашего кандидата на английском языке или еще каком-то, мы поймем, если не дать, то пожалуйста, получайте бюллетень, как вы. Давайте по списку, вы желаете проблемы. Я не буду вам голосовать сразу же здесь, чтобы долго времени не тянуть, вы голосуете и сразу опускаете ваш бюллетень здесь. Если надо я пойду пройти в кабинет, то вы не имеете установки открыть. Верни ручку на место. Да?
Прочерк.
Ирина Коршунова. Елена Коршунова. Елена Коршунова. Елена Коршунова. Первый вопрос. Тут пресс. Елена Коршунова. Елена Коршунова. Елена Коршунова. Елена Коршунова. И Елена Коршунова. С вами рада. Да. Начнем с недействительных бюллетеней. Это, то есть, он на электронической российской конфликте. Это был телефон. Недействительно, у нас 3 бюллетеня. Парачо речь. Парачо речь, там есть и райд. 18 бюллетеней действительных, 18 голосов отдано за Елену Коршунову. Елена Коршунова признается избранным председателем, должность председателя городского собрания. Поздравляем. Nagu ma juba eelnevalt seletasin, nüüd juhatab edaspidi istungit valitud volikogu esimees. Meie komisjon lahkub, vormistavad protokolli ja vastavad otsused. Как я уже заранее объявил, дальнейшими действиями городского собрания, второй третий пункт повестки дня, дальнейшими действиями городского собрания руководит избранный председатель городского собрания. Наша комиссия удаляется, оформляет соответствующее решение и протокол. Спасибо. Эй, вперед, я пойду. У нас начнется это момент, да? Вы сами продолжайте без паузы. Ну и сами желаете, что сделать, можете сделать. Если уж врачи, то да, спасибо большое тем, кто проголосовал за меня, спасибо тем, кто честно проголосовал против. Все это мы эдакли, работаем дальше. Итак, шайва пора тренинг пункт, силовая линия воли Кобуаса и Семеги Валенда. Второй пункт повестки дня, выборы заместителя председателя городского собрания. Permette pane questina la linea voli Kobuaса si mesiva le misila Beriak, son sette rugene di commissioni, ярмарки скорости. Уважаемые коллеги, делаю ТПС одно предложение. Для того, чтобы провести выборы заместителя председателя городского собрания, предлагается счетная комиссия в следующем составе. Игорь Малышев, Галина Буркова, Араик Карапетян. По традиции. Есть вопрос, да. Пожалуйста. Меня выдвигают как кандидатуру, наверное, я не имею права в комиссии. Я думаю, что это правильно. Правильное замечание. Уважаемые коллеги, прошу третьего кандидата в ваш стан. Может быть, это политика? Пожалуйста, ваше право. Олег. Итак, счетная комиссия в составе трех человек. Игорь Малышев, Галина Буркова. От представителей списков. Сейчас я согласую. Так, Олег, вот. Коллеги, прошу голосовать, кто за данный состав счетной комиссии. Прошу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Итак, счетная комиссия приступит к работе. А сейчас, с другой стороны... Подождите, у нас нет предложения, это уже есть. Я буду...
своей стороны я хочу сделать предложение. Именно это я хочу сделать. Итак, сейчас мы должны по порядку представить кандидатов на должность заместителя председателя городского собрания. От списка кандидатов, которые выбраны от центристской партии, на место заместителя председателя городского собрания предлагается Валерий Абрамович. Тенни Стефанику, Валерия Дофиновна, Алина Валякову, Ася Семеновна, Владимир Абрамович. Валерий Абрамович, Валерий, вы просили представить. Есть еще предложение, уважаемые? Пожалуйста. Предложение депутатов от социал-демократической партии города Силомея. Мы предлагаем кандидатуру Арая Карапетяна на пост заместителя председателя городского собрания города Силомея. Передаю. Да, пожалуйста. Итак, уважаемые коллеги, поступило две кандидатуры. Сейчас процедура, подобная той, которая у нас только что прошла. Единственное, прежде чем я должна у вас спросить, мы закрываем список? Если закрываем, то тогда я прошу за это голосовать. Итак, две кандидатуры сейчас. Прошу вас голосовать, что список мы закрываем за это. Итак, счетная комиссия, пожалуйста, приступайте к рабочим. Уважаемые коллеги, 5 минут перерыв. Комиссия готовит. Уважаемые депутаты, значит, мы вам показываем наш пустой волшебный ящик. Значит, и я вам очень кратенько объясню, как будет происходить процедура, потому что по предложению членов комиссии мы немножко решили ее изменить чуть-чуть. Ничего страшного для вас не произойдет. Так, ящичек будет находиться здесь, он никуда у нас не денется. Да. И процедура будет вот так вот сделана. Протокол не зачитывает. Наша как бы избирательная комиссия посчитала и выбрала меня председателем избирательной комиссии. Счетный, точнее. Извините, немножко повысил себя в должность. Да, немножко. И сейчас тогда мы начнем процедуру голосования. У нас есть два претендента, которые утвердили. Значит, Галина будет вызывать, вы подходите, расписываетесь, получаете бюллетень. Мы ставим печать на этот бюллетень, что вы его получили. А чтобы не было толпы, вы идете за ширму, голосуете, приносите бюллетень, бросаете сюда. И только после этого, как только бюллетень оказался в нашей урне, ну, начинает голосование, приступает следующий. Валерий Абрамович. Скажите, что писать надо в бюллетене? А в бюллетене вы пишете фамилию, имя человека. Фамилию. Русский, эстонский, сержант. Так, Бондарчук. Двойной контроль. Оппозиция настаивает. Да, пожалуйста, лежи.
вопроса. Спасибо.
Бульнова Сидоренко. Валентина Захаренко. Андрей Жога. Олег Култаев. Игорь Малышев. У нас все, да? Да. Ну, у нас как бы заканчивается. Лишние бумаги уберем. Ничего, не переходит. Thank you.
получается за Абрамовича 15 человек и за Райка Карапетяна 6 человек. Сейчас мы как бы с коллегами уйдем на оформление протокола и тогда уже. То есть перерыв тогда небольшой. Коллеги, перерыв, пожалуйста. Минуточку внимания, пожалуйста. Олег Кусаев, если вам не трудно, верните, пожалуйста, к нам. Счетная комиссия произвела подсчеты и был оформлен протокол номер 2 при голосовании на должность заместителя председателя городского собрания было выдано 21 бюллетень. Комиссия выдала 21 бюллетень, 21 бюллетень получила. За Арайка Карапетяна было проголосовано 6 человек. И за Валерия Абрамовича 15 человек. Счетная комиссия бюллетени все проверила и сошла все бюллетени действительными. Слухов этот коллега, мы пьяны кинете нам сначала другом из комиссионе протоколе. Уважаемые коллеги, мы должны будем с вами утвердить протокол счетной комиссии. Кто за то, чтобы этот протокол утвердить, прошу голосовать. Протокол утвержден. Первокура кольмас пункт силами Алина Валеса с лавками Спарды Аракулова. Третий пункт повестки дня – это прошение об отставке Силамецкого городского управления. Силами Алина Валеса с лавками Спарды. Вастовать кохалику омовальцу городу Сосиадусале. Эти там силами Алина Валеса с лавками Спарды. В соответствии с законом в организации местного самоуправления представляем прошение об отставке Силамецкого городского управления. Tänään me ennisti kosteisi saadikuit kosteis. Tänään me halavatte asetusten työttäjät ja kollegiilina valitsuses. Kille avika seikkoli gialni organiilina valitsus toimida ja redidiri del kaunitatu. Благодарим депутатов прошлого созыва за совместную работу. Благодарим работников подведомственных учреждений и, конечно, работников городского управления, с чьей помощью коллегиальный орган городского управления смогло работать и реализовывать планы. Лодан энпиаркнева цель более кого истунгитель, формеров усли навалисус, тюртап дэйн паренин. Надеюсь, что сформирован на следующих заседаниях городского собрания новое городское управление будет работать еще лучше. Итак. Уважаемые коллеги, в данной ситуации мы просто вещаем в соответствии с законом о том, что городское управление подает в отставку. В соответствии с тем же законом об организации деятельности местного управления, до избрания городского управления, люди, которые сейчас занимают места вице-мэров и мэра, продолжают свою работу в любом случае. Это в соответствии с законом. Так что не удивляйтесь, но в данный момент я исполняю две функции, и это в соответствии с законом не является ничем противоречащим. Итак, уважаемые коллеги, сегодня у нас повестка дня исчерпана. Austatud Volikogu esimees, head kolleegid, ma esitan teile kirjaliku taotluse Sillamäe linnavolikogu keskfraktsiooni moodustamise kohta. Tulenevalt linna põhimäärusest paragrahv 21 punktidest 1 ja 3 Eesti Keskerakonna nimekirjas Sillamäe linnavolikogu valituks asutav isikud paluvad eksisteerida Sillamäe linnavolikogus Keskerakonna fraktsioon. Siin on fraktsiooni moodustamiseks volinike allkirja ja ma soovin seda nimekirja nimeleda seda. Ma soovin, et seda, et kõige kallegi исходя из положения города Силлана, параграф 21, пункт 1 и 3, депутаты избрано городское управление, городское собрание из списка центристской партии просят регистрировать центристскую фракцию. Тут есть наши все 16 подписей. Посмотрим.
Коллеги, за это голосовать не нужно. Это идет как информация. В данной ситуации регистрация фракции проводится в определенном порядке. Председатель городского собрания просто подается соответствующие бумаги о том, что есть такие фракции, регистрационную фракцию, и это принимается к сведению. Данное предложение получено. Да. После этого обращения? Да, после обращения. Я передал бумагу по канцелярию по поводу состава юридической фракции. Она зарегистрирована у вас? Да, естественно. Я думаю, что в данной ситуации можно вам сейчас тогда подняться и огласить ваши пожелания. Да, ну что, я тоже передам смысл. То есть 5 членов избранных в городское собрание города Силамея от юридической партии Эстонии, это значит Роман Кутов, Олег Кутов, Яра Карапетян, Юрий Суворов, Ленар Сидоренко. Мы образуем фракцию городского собрания под названием «Социал-демократическая фракция». И председателем вы избран Рай Крепцян и заместителем Олег Кутаев. Понятно. Уважаемые коллеги, также информацию о создании фракции социал-демократов в городском собрании города Силамея принимаем следом. Итак, повестка дня исчерпана. О времени следующего заседания вы все будете извещены. Всем спасибо, все свободны. Минимум это четверг, максимум это вторник. Я извиняюсь, вопрос мы не услышали или, может быть, пропустили, а председателем социалистической партии кто? Я перед вами стою. Да.